Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали в моем инстаграм. Кто еще не подписан и хочет подписаться, то ссылку на мой инстаграм вы найдете в описании к видео. Я там регулярно делаю пост, где я прошу задавать вас свои вопросы по поводу жизни в Израиле, вы на них задаете, и потом я делаю видео с ответами на вопросы. Итак, давайте начнем, не будем откладывать. Несколько было вопросов по поводу медстраховки. Сколько она стоит, что она покрывает и так далее. Я делала видео на эту тему, ссылку на него я оставлю в описании к видео. Там я достаточно много всего рассказывала по поводу медстраховки, какие бывают медстраховки, что они покрывают и так далее. Вот. И сейчас я отвечу на некоторые вопросы, которые в этом видео не были освещены. Расскажите, пожалуйста, о страховках медицинских и что они покрывают. Это есть в том видео. Насколько бесплатная медицина со страховой? Со страховой медицина бесплатная в Израиле. Слышала, что скорая помощь платная, дежурный врач платный. Зачем тогда платить страховку, если она не покрывает многое? Да, скорая помощь платная, но не всегда, а только в том случае, если вы вызываете скорую помощь по каким-то незначительным причинам. То есть, если вас скорая помощь забирает, отвозит в больницу и вас в конечном итоге не госпитализируют, то вы платите за скорую помощь. Если вас в конечном итоге госпитализируют, то за вас платит, по-моему, ваша страховка. Поэтому скорая помощь – это платное удовольствие. Слышала, дежурный врач платный. Что такое дежурный врач? В Израиле нет такого дежурного врача, такого понятия. Я так понимаю, вы имеете в виду, что когда в России ты вызываешь скорую, к вам приезжает дежурный врач. В Израиле нет такого. Вас скорая просто забирает и может оказать какую-то первую медицинскую помощь. Зачем тогда платить страховку, если она не покрывает много? Даже чтобы обратиться к какому-либо специалисту, нужно заплатить 27 шекелей, а за УЗИ более 30. В чем заключается смысл медицинской страховки в Израиле? Ну, во-первых, у вас нет выбора, платить или не платить медицинскую страховку, потому что в Израиле она является обязательным удовольствием. Другое дело, необязательным удовольствием являются всякие расширенные медицинские страховки. Если вы берете для себя расширенную медицинскую страховку, то вот эти все услуги, там заплатить специалисту 27 шекелей, УЗИ более 30 шекелей, они, по-моему, абсолютно бесплатными становятся. Зачем платить страховку, да, там расширенную, не расширенную, вот скажем, вы соберетесь рожать. Если у вас не будет страховки, роды вам обойдутся очень дорого. Со страховкой вы за роды не платите абсолютно ничего. Вы не платите ничего за нахождение вас и вашего ребенка в больнице после родов и до родов. Если вы заболеете, вас госпитализируют, то вы тоже за это не будете платить ни копейки. Если у вас обнаружат какую-то страшную болезнь, которая требует очень дорогостоящего лечения, вы за это не будете платить ровным счетом ничего. Вот для этого нужна медицинская страховка. Зачем платить вот эти там 27 шекелей, 30 шекелей? Я точно причину не знаю, потому что, в принципе, эти суммы, которые здесь написаны, это не стоимость этой услуги, потому что обращение к специалисту в Израиле стоит намного дороже, чем 27 шекелей. Там УЗИ стоит намного дороже, чем 30 шекелей. 30 шекелей даже не стоит время врача, который делает вам УЗИ. Вот. Я думаю, что это символическая оплата, чтобы люди лишний раз не ходили к врачам просто поболтать. Вот. Чтобы они лишний раз задумались, стоит ли им идти к врачу. Там, если у них, я не знаю, температура поднялась 37,2. Я так предполагаю, возможно, я ошибаюсь. Где лучше делать страховку туристу, в своей стране или по приезду в Израиль? Это, к сожалению, я вам не могу сказать. Где в Израиле можно сделать и сколько это стоит, это я тоже не знаю. Про страховку туристу я, к сожалению, не знаю. Дальше. Расскажите подробнее про медицинскую помощь для маленьких детей. Часто слышу, что скорая помощь в Израиле – это не такси для доставки температурирующего пациента в больницу. Но касается ли это маленьких детей? Тоже касается. Насколько правомерно вызывать скорую для трехлетнего ребенка, допустим, при температуре 39 градусов? Вы можете вызывать скорую, как бы, это на ваше усмотрение, но просто если ребенка не госпитализируют в конечном итоге, вы просто за скорую заплатите, вот и все. Ведь у детей судороги могут начаться, и болезни они переносят тяжелее взрослых. Ну, я бы в таком случае скорую вызывать не стала, если у ребенка исключительно температура 39. Мы в таких случаях идем
в нашу поликлинику, если у ребенка поднялась температура днем, то мы идем в поликлинику, в больничную кассу, попадаем либо к нашему педиатру, либо к педиатру, который сейчас есть на месте, если наш педиатр, например, не работает в этот день. Если это происходит ночью, то мы идем в дежурную ночную поликлинику. Вот. Там попадаем к врачу, он выписывает лекарства. Если он видит, что у ребенка действительно что-то больше, чем температура, что-то больше, чем какой-то вирус, который он схватил в садике, например, то он может направить ребенка в больницу, и его могут прямо из поликлиники отвезти в больницу. Я бы даже вам не советовала ехать самостоятельно с ребенком в больницу при температуре 39 градусов, потому что в больницу нужно ехать с направлением. Не обязательно получать направление там бумажное какое-то, не обязательно попасть к врачу, чтобы получить направление. Если вы видите, что ребенку плохо, у него температура, скорую вы не хотите вызывать, вы боитесь, что вам выставят счет, позвоните в вашу больничную кассу на какой-то дежурный номер, который, скорее всего, есть на сайте вашей больничной кассы, и скажите, вот, что у ребенка температура, там, я не знаю, какие-то еще симптомы, и вас по телефону могут направить в больницу. В таком случае вы можете ехать спокойно в больницу самостоятельно, и с вас за это деньги не возьмут. Если вы поедете в больницу самостоятельно, то вам больница выставит за это счет. Кстати, еще по поводу детей хочу сказать, в Израиле температура 37,5-38 вообще за температуру не считается. И, скажем, рекомендуют давать какие-то жаропонижающие ребенка после температуры 38. То есть, если там у него 38,2, 38,5, то да, можно дать ребенку жаропонижающие. Но если у ребенка нет никаких других симптомов, то даже к врачу его при такой температуре вести, наверное, не стоит. Если у него там, скажем, поднялась температура, она продержалась несколько часов и упала, и больше не поднималась. В Израиле, знаете, есть такое явление, вирус одного дня. Ребенок может какой-то вирус схватить где-то в садике или на улице, на детской площадке. Один день у него может быть высокая температура, у него может быть там всякие поносы, сопли, кашли и так далее. И на следующий день это проходит. То есть на следующий день ребенок просыпается абсолютно здоровым, как будто вчера ничего и не было. Вот в Израиле есть такое явление, и очень частое явление, вирус одного дня. И вы придете к врачу с такими симптомами, он скажет, ну, скорее всего, вирус подхватил, даже ни на какие обследования вас не отправят. Вот если ребенок там будет 3 дня температурить, если ребенок будет 3 дня, у него будет кашель, сопли, понос и так далее, то да, это уже повод отправить ребенка на какие-нибудь обследования. В последнее время меня опять стали часто спрашивать по поводу городов Израиля. Какой город выбрать для жизни? Я несколько видео снимала на эту тему, ссылки на них я оставлю в описании. Кстати, видео с лучшими городами Израиля, по моему мнению, скоро выйдет. Не буду говорить, когда именно, потому что я не уверена, когда я успею снять это видео, но оно обязательно выйдет. Меня уже о нем раз 20 напомнили. Все равно отвечу на вопросики, которые вы задавали. Есть ли в Хайфе или других городах эко-маркеты? Да, есть. Конкретно в Хайфе я не знаю, потому что я не задавалась вопросом поиска эко-маркетов, но я уверена, что есть. Я вам больше того могу сказать. Практически во всех крупных супермаркетах есть отдел эко-продуктов, органических продуктов и так далее. Добрый день, скажите про Бершеву, стоит ли туда ехать жить? Значит, про Бершеву. Несмотря на то, что этот город попал в список тех городов Израиля, в которых я бы не стала жить, для новых репатриантов я считаю, что этот город очень даже неплох. И сейчас объясню почему. Во-первых, это крупный город, это столица Южного округа Израиля. Это значит, что там есть все государственные инстанции, все организации, которые могут вам понадобиться и понадобятся в первые годы жизни в Израиле, в вашей абсорбции. Там очень дешевое жилье. И там достаточно много работы, работы на любой вкус и цвет. Добрый день, меня зовут Вера, мне 33 года, медсестра по образованию. Собираюсь репатриироваться с дочкой 13 лет. Посоветуйте, в каком городе нам остановиться. Планирую после изучения языка подтверждать диплом и работать медсестрой. Еще многие говорят о том, что в стране грязно. Тель-Авив, например, я бы не хотела жить. Честно скажу, по правде, да, как есть. Тель-Авив вы вряд ли потянете. Потому что в Тель-Авиве жить очень дорого. Грязно там или не грязно, это уже другой вопрос. Есть в Тель-Авиве
чистые районы есть в Тель-Авиве, грязные районы, и это актуально для всех городов Израиля и, наверное, для всех городов мира. Какой бы город я вам посоветовала, я не буду называть конкретный город, я вам так скажу. Я считаю, что вам в выборе города в первую очередь нужно руководствоваться наличием в этом городе курсов для медсестер. Потому что для того, чтобы работать в Израиле медсестрой, надо будет сдать профессиональные экзамены. А для того, чтобы их сдать, скорее всего, вам придется учиться на этих курсах. И не в каждом городе есть такие курсы. Эти курсы, по-моему, предоставляются государством, если я не ошибаюсь. То есть это не какие-то частные организации. И я бы выбирала города, какой-то из городов, где есть эти курсы. Это очень важно, потому что, знаете, жить в одном городе и ездить там несколько раз в неделю в другой город на учебу, скорее всего, это будут какие-то вечерние курсы, значит, это надо будет делать после работы, потому что, скорее всего, корзина абсорбции уже закончится. В общем, это все дело достаточно тяжело, поэтому я бы выбирала именно город, исходя из того, есть ли в этом городе курсы для медсестер. Даша, привет. Хочу с дочкой через год переехать в Израиль. Гражданство у нас есть. Репатриация была, когда я маленькая была. Мы с родителями там жили год. Дочке гражданство я сделала. Ей сейчас 3,5 года. В Москве работаю дома. Маникюр, педикюр, шугаринг. Хотела уточнить, как обстоят дела в Израиле с работой на себя. Нужно ли это как-то оформлять? Конечно, нужно. Обязательно. Наверняка же это не приветствуется, если налоги не платишь. Наверняка, точно могу сказать. Или это можно как подработку оставить чисто для своих. Но опять же, наверняка кто-нибудь может донести, насколько это все незаконно и чем грозит, и какие есть варианты оформления. У нас, например, с этого года можно оформить как самозанятый и платить 4% от дохода, но никто за суммами не следит. Можно ли это как подработку оставить чисто для своих? Но я так понимаю, вы на это жить собираетесь, поэтому я бы вам не советовала. Знаете, если речь идет о том, что вы там заработали раз в полгода 50 шекелей, это один вопрос, на это никто даже не посмотрит, я думаю. Хотя по факту вы за любой шекель, заработанный вами, должны отчитываться. Но, скажем, 50 шекелей за полгода – это ерунда. Но если вы собираетесь этим зарабатывать деньги, даже если это какой-то сторонний доход, даже если у вас есть основная работа, и вы по вечерам просто подрабатываете как бы дополнительный доход, вы все равно об этом должны отчитываться. Скажем, у меня есть основная работа, и я веду блог, которым я тоже зарабатываю деньги. Деньги, которые я зарабатываю блогом, они очень незначительные, но все равно я получаю деньги. Я зарабатываю деньги, поэтому я себе открыла, например, так называемый эсек патур. Это что-то вроде частного предпринимателя. И раз в два месяца просто отчитываюсь о своих доходах. Я бы вам тоже советовала открыть этот эсек патур, частный предприниматель. Это делается достаточно просто. Отчетность там тоже достаточно простая. Еще хочу сказать, вы когда переедете в Израиль, несмотря на то, что вы не будете репатриантами, у вас уже есть гражданство, я думаю, что вы можете воспользоваться услугами Министерства абсорбции, обратиться к ним, и там вам, по идее, должны дать консультацию по открытию бизнеса. О чем видео? Вопросы на ответы. Задавай вопрос какой-то. Ответ может сразу. Таглит и масса? Короче, Таглит вообще прикольная программа. Можно приехать. Стоит ей воспользоваться? Бесплатно, на 10 дней. Покайфовать Израиль. Понять его изнутри. И принять для себя решение. Хочешь ли ты тут быть или нет. Всем привет. Подожди. Я пришел помогать отвечать на вопрос. Правда, я в говно. Самый веселый вопрос, на ответ. Самое веселое, я сейчас отвечу. Я считаю, что если у вас есть возможность поехать в Израиль по программе Таглит, то просто грех ей не воспользоваться, потому что это бесплатная поездка в Израиль. Ну, там, по-моему, ограничение то ли до 28. Ну, я говорю, если у вас есть возможность, да. Да. Тут у вас серьезные вопросы, как с тобой на них отвечать? Ну, хочешь, я серьезно буду отвечать? Давай буду серьезно отвечать. У меня только язык сам не отвечает. Ого. Здравствуйте, Дарья, мне 33 года, по образованию айтишник. Работаю руководителем
контактного центра. Собираюсь репатриироваться осенью 2019 года. Жду тест ДНК. Вопросы. Стоит ли потянуть английский? Я могу сейчас на полгодика поехать в Штаты или в Британию, потом сделать что-то там, не знаю что. Насколько хорошо английский поможет в адаптации там? Ты, во-первых, определись со своей жизнью, что ты хочешь. Вопрос такой. Хочу там, хочу тут. Английский нужен в любом случае. Тут, если не русский, то английский. Как бы английский понимают все прекрасно. Даже продавцы в магазинах, по-моему, прекрасно понимают. Ну, есть люди, которые не знают английского языка. Давай, но если так, вы хотите профессиональную карьеру делать, то без английского как бы это must have. Тем более в IT-технологиях. Да. А тест ДНК? Поможет ли в адаптации там? Ну, как бы... Я бы даже, знаешь, сказал, что хорошее знание английского даже немножко помешает адаптации. Ну да. Да, потому что ты будешь пользоваться только английским, и тебе все время... Это тебя будет оттягивать в момент, когда ты заговоришь на иврите. Когда нужно будет, необходимо будет говорить на иврите, а у тебя английский есть, есть как бы перспектива, и ты скажешь, а нафиг оно мне надо, давай, speak English. Когда приеду, нужно первое время жить в Ульпане и учить иврит? Или надо снять жилье и ходить на курсы по ивриту? Это как вам будет удобно. Если вы приедете по какой-то программе, которая будет, в которую будет входить жизнь в Ульпане, то есть это не жизнь в Ульпане, это в общежитии при Ульпане. А, вот, вот, вот. У меня тут просто такие... Да, потому жизнь что... Ульпане, в караване. Ульпан — это школа иврита. Но так называется программа Ульпан, когда и... И как бы и Ульпан сам, то есть школа сама, и общежитие при Ульпане, они вместе, и называется это все Ульпаном. Я знаю такие, да. Это как вы выберете, вы можете выбрать себе программу Ульпан и приехать в общежитие в Ульпане и ходить на занятия. Вы можете также снять жилье и просто ходить в Ульпан на занятия, как вам будет удобно. И что вы можете себе позволить, тоже это важно. Насколько комфортны условия проживания в Ульпане? Ну, это общежитие. Ну, скажем, не самые комфортные. Скорее всего, вам дадут какую-то небольшую квартирку с не самым лучшим ремонтом. Ну, вот тут я вступлю. Давай. Когда мы приехали в 2005 году? Ну, наверное, с 2005 года и Ульпан тут и остался. Когда мы приехали в Бершеву в 2005 году? Ага. Нет, действительно, когда мы приехали в Израиль в 2005 году, нас поселили в Бершеве в Альчун. Так называется Мерказ Клита. Мерказ Клита самом... — это Министерство абсорбции? Нет. Нет. А Мерказ Клита — это такое здание при Министерстве абсорбции, в котором ты получаешь жилье и живешь. А, точно. Ну, общежитие, короче. Да, общежитие такое, общежитие государственное. Угу. Значит, там у нас была квартира, поделена на две комнаты, и в каждой комнате по два человека. Окей, того, у нас в квартире жило четверо, у нас была общая кухня, один холодильник. В Раанане тоже, я когда училась в Раанане в Ульпане, со мной училась девочка, которая там жила в общежитии в Мерказ Клите, у них точно такое же было. Угу, давай, рассказывай. Вы получаете пустую квартиру, ну как пустую, у вас есть кровать и шкаф. То есть койко-место. Койко-место, конкретно койко-место вы получаете, вы живете. Общежитие. Холодильник дается, где посушить вещи есть, душ, конечно же, есть, общий на всех четверых. Был. Кухня тоже. И, по-моему, она 2400 в месяц стоила, и мы скидывались деньгами. Да. А, общая квартира? Да, да, я да. Помню, что девочка, с которой я училась, она платила 900 шекелей в месяц. Ну, за свое койко-место. Сколько с собой нужно брать денег на первое время и до момента трудоустройства? Чем больше, тем больше. На самом деле меня очень удивляет этот вопрос всегда, сколько денег нужно взять с собой до момента трудоустройства, чтобы хватило. Во-первых, я не знаю, сколько у вас времени займет трудоустройство, это первое. Во-вторых, как будто у вас есть выбор, сколько денег взять. Как будто у вас есть там, я не знаю, в стране исхода миллион, и вы думаете, взять ли мне там 100 тысяч, 5 тысяч, 3 тысячи. Ну, или... погоди, Дашунь, вопрос, нет, это... вопрос такой, у тебя, вот ты уезжаешь из страны, угу. У тебя там есть квартира, угу. И ты думаешь, ага, я сейчас уезжаю, возможно, стоит ее продать. Это уже другой вопрос, это не вопрос, сколько денег нужно брать с собой. Ну,
Мне кажется, он упирается один в один. Не знаю. Если ты думаешь, а я сейчас уезжаю с корнями, возможно, стоит продать эту квартиру. Во-первых, не стоит продавать квартиру. Не стоит ради этого, не стоит продавать квартиру. Лучше сдать. Это будет ваш пассивный доход. Пускай она будет. Это, ну, прям вообще. Не понравится, не пойдет чего-то, у вас есть всегда куда вернуться. А сколько брать? Ну, сколько есть, то столько. Сколько денег есть, столько берите, потому что... Однозначно, чем больше, тем лучше. Да. Да. Опять же, не стоит продавать имущество ради того, чтобы взять с собой побольше денег. Иврит можно учить одновременно с профессиональными курсами или одно, потом другое. Скорее всего, профессиональные курсы будут на иврите. И даже если есть такие же профессиональные курсы на русском языке, я все равно вам рекомендую брать курсы на иврите. Поэтому для начала вам нужно выучить иврит хотя бы до уровня гимель. Вот, и с уровнем гимель уже идти на курсы профессиональные. Вот так вот. Если у меня fluent English, перевожу, свободный английский. Целесообразно ли учить иврит? Или есть шансы сразу работу найти? Yes, of course. В любом случае целесообразно учить иврит. С вашей профессией... London is the capital of the Great Bridge. Да у тебя тоже fluent English, я смотрю. I have a duty today. Yes. В любом случае целесообразно учить иврит. Да, с вашей профессией IT у вас есть шансы найти работу без иврита, только с английским языком. Но, знаете, вы находитесь в стране, где все говорят на иврите, и все ваши коллеги будут, скорее всего, говорить на иврите. Вы будете себя просто неуютно чувствовать. Ваш английский это в Израиле это не преимущество, это само собой разумеется, особенно для профессионалов, особенно для айтишников. Поэтому... Чё, дождь пошёл? Чё, серьёзно? Ребят, 20 апреля у нас дождь идет. Там ливень. Серьезно? Смотри. У нас дождь. Короче, ребят, пойду я Андрею помогать стирку снимать. У нас ливень. Вы слышите, что происходит? У нас ливень 20 апреля. Это просто... Это, ну скажем, очень нетипичная погода для Израиля. Как если бы в России летом пошел снег. Вот что-то вроде того. В общем, на этом я буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите, чтобы я отвечала на ваши вопросы. Как я уже сказала, я там регулярно делаю посты, где я прошу задавать мне вопросы, на которые я потом видео отвечаю. И подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.